Я вас не слышу. Я вас все еще не слышу. А вот теперь слышу. Загар не доспех, тут мусор проспали мансур, пейзажи как во сне. Но чем замазать тоску по месту, где нас нет здесь? Пусть не комфортно и не лифортово, а ты упорно ждешь телепорта, мочь, чтобы торкнуло. Ставить формулю в дом родной телетормуля. Здесь ты видел все шахты Дортмула, скалы Корвула, стадо морлоков из пущок раннего Орвула. Книг в ладони странника мир, пока связи порваны с точкой тяну. Комом в горле горку чесала, под рубаки швейцаров. Стакан водки швейцаров, будешь сон. Тело съест и посвято сердце над разумом, и все надоело среди туземцев быть пасеком. Позади рай, но разум вы верный. Приведи мир камер газовых, армии Власова, казни массовых. Но все же ценник назад стой подтягивает. Входим в родное, а эти пространство. А что? Сказать стоп, остаться писать стоп. Стать что умрешь, ты как эмигрантский запас. Но без попитки живой настоящей речи. Ты думал, ты выживешь без нее, но расстояние нечем. Сократись, думал, пройдет, тебе ничего расстояние не лечит. Но здесь твой так и не стал, не на кого не лечит. Кого где живешь? В ладони и как сложу ближе к колбу. За спиной таракан не бега, а ведь ты стампу. Листыки и касса, валет все выше и стал труп. Описав труп, то мысль только не встать друг на дом внизу. Любовью чужой. Что, мои дорогие? Во-первых, салют Шуре и Лёве из Би-2. Пошумите для них, пожалуйста. тысячи человек. Я думаю, что я эту цифру еще повторю сегодня пару раз. Я сегодня, как и в Питере пару дней назад, когда мы выступали, буду нести от себя тину. У меня ничего не заготовлено для вас между треками, потому что я просто очень счастлив, что вы здесь. Вы даже не представляете, какой уровень шума мы можем создавать с 22 тысячами людей. Это просто пиздец. Неплохо, для начала очень неплохо, но мы вас
еще раз кочегарим, мы только начинаем, поэтому пока что пожалейте свой голос, вам еще сегодня много читать и ебашить, так что я тоже стараюсь свой жалеть. Вот. И для того, чтобы немножко настроиться на правильный лад, я предлагаю вспомнить, с чего все начиналось. Начиналось все далеко не так гламурно, не со стадионов, и даже не с больших клубов, и даже не с маленьких клубов, а с форума Hip-Hop.ru, раздел демо-музыка, батлы. 2009 год, кто мог подумать, что проведет нас сюда. И сейчас я для вас зачитаю трек, с которым я проиграл и вылетел. Это моя любимая история в 2009 году. Я думал, что моя жизнь закончена. Но оказалось, что не так. Let's fucking go, едьте, дети. Салют Hip-Hop.ru! Все детство я был где-то там внизу. На концертах срать на свой, я знал все тексты наизусть. Но сам такому заранее не готовился. Безымянный потом в закраинный мегаполис. Как происходит то, что всего лишь за эти годы дети хором подсели, множатся эпигоны. А мне неловко, будто первый раз налет встал. Оказывается, я делал мало майорства. Родители паника, покрыты испарины. Дети следуют за мной, как за предметом камень. Запрети меня, стай меня и называй меня неандертальцем. А коли бы мне нельзя заикаться, я твой брат, я остался избойник по полной. Бы одурел, видя как я мой в однокомнатной конуре. Я новый Питер Пен, и тебя слово берет полный вперед, это второй детский крестовый поход. Чё? Хочешь хайп, острый как папа баттерфляй? Налетай, покупай, папа баттерфляй. Хочешь кайф острый, как потребляй. Налетай, покупай, потребляй. Идите, жгут моих песен, как белый снег. Зовите меня, дети, я снежный человек. Ты знаешь, что все так и происходит. Да, метафора, старану, рэп, аудио, наркотики. Это не прежняя школа, сидя с танков и дымом. Моя снежная дорога, зеркале заднего вида. Хип-пари не любят меня, знаешь, что тем мизантроп. Что это за трек, о том, что зачитал. Потому что они знают. И это тоже окей. У нас тут нету дискриминации. Тот, кто слушает меня один день, это тоже окей. Мы ему рады. Или ей. Или даже здесь наверняка есть люди, которые меня не слушают, вообще не знают, кто я и прочее, прочее. Но не будем об этом, я об этом всегда говорю. Вот. К чему я все это хочу сказать? К тому, что я сейчас говорю просто, чтобы отдышаться. Я просто делаю вид, что у меня есть какие-то... Есть что вам сказать, на самом деле я просто пишу, чтобы было дыхание до следующего трека. А, вот что хотел сказать, да. Короче, сегодня будет много старых треков. Ничего страшного, если вы знаете только альбом «Горгород» или только последние батлы. Может быть, после альбома, после концерта вы захотите переслушать старые вещи. Микстейп первый, второй, там, и так далее. А пока что у нас есть для вас трючок. Ну, вы, собственно, сами узнаете. Let's fucking go. Everybody's been pausing on the ground. I
knee high. See, I kill it for those that get me high. No one in Russia, I'm known around these sides. Back up, give me some to get back up. If it's me, then you're then you're gonna need back up. But I'm gonna write your book, I'm back up, didn't lose anything. I'm up, I'll send my back up. When I get burned like soup to the roach, then burn with spray heat from the throat. Getting that shit, and I'm getting that low. Future to drink water, I'm gonna get bro. Now I got more like my catchment is in Latin 03. Следующий трек, на самом деле, даже не мой трек, это трек моего хорошего друга, с которым мы общаемся, работаем уже 9 лет. Когда-то он был совсем зеленым, а сейчас он стал самостоятельным сотным артистом. Вот. Он бы стал им в любом случае, наверное, что мы прошли эту дорогу вместе. Вот. Я говорю про Маркула. Пошумите, пожалуйста. Let's fucking go. Вполне, вполне, вполне. Чё?
Много верхом не взлететь. Все, о чем мечтал, мираж в пустыне. Мамки, чтобы брать и тратить, черт сними. Я понимаю, деньги лишь тупей. Но с ними дольше время 30 дней. Всем спасибо еще раз. Ну что, как настрой? Разогреваемся потихонечку? Короче, есть такая тема. Я знаю, что сегодня большинство мест сидячие, но нам похуй. Потому что сидячие места легко могут стать стоящими. Я вас ни к чему не склоняю пока что. Пока что ни к чему не склоняю. Возможно, это еще не тот трек. Я просто хочу сказать, что вот, я не знаю, может быть, кто-то из вас был в Лидоу. Есть такие верные фанаты, которые и сюда, и туда. Есть такие, есть вам огромный просто отдельный дикий респект. Вот, но вы тогда, наверное, знаете, что там на трибунах запрещали вставать первую половину программы. Ходили злобные дядьки, орали, говорили, что нельзя вставать. Ну, под конец все просто встали. И что они, блядь, сделали? Ничего они не смогли сделать. А у нас сегодня даже нету злобных дядек, поэтому все будет отлично. Ну, если хотите, можете даже лежать, как бы. У нас вообще чувствуйте себя как дома, не парьтесь. Так, следующий трек. Я когда-то божился, клялся, что я не буду его больше читать. Но, мне кажется, именно вот в Ледовом Олимписке это просто ну, супер логично, что я его зачитаю. Трек был написан осенью 2008 года. Когда я еще жил в Оксфорде, и у меня было очень туго с баблом. И понятно, что сейчас его читать это супер смешно, стоя на этой сцене. Но с другой стороны, как там было у Смоки, было и было. Вот у меня тоже было и было. Я читаю трек для вас, потому что я понимаю, что у очень многих из вас все еще такая же ситуация. Я желаю, чтобы она побыстрее исправилась. Я уверен, что у вас это получится. Трек называется «В говне». Let's go. Спасибо, родные.
Йоу. Так, ну раз уж мы начали ностальгировать, то я не собираюсь останавливаться. Кстати, когда я говорю «родные», это не фигура речи, это не желание понравиться. Мне вам нравится не обязательно, потому что вы, во-первых, уже здесь, во-вторых, вы... А если вы здесь, это значит, что вы меня поддерживаете, даже когда не очень хочется. Потому что такое тоже бывает, я все понимаю. Ну, типа, я несовершенный, вот. Я совершаю ошибки и буду их дальше совершать, как и вы, наверное, тоже. Вот, но... Я рад, что, короче, вы меня поддерживаете, даже когда пиздец. Иногда не поддерживаете, я это тоже вижу, это тоже окей. Короче, вам огромный респект. Я сейчас для вас читану трек, который я пока что читал только в Ледовом. До этого я никогда не читал на сцене. Трек с первого альбома, который называется так же, как мой первый альбом. Бит проебан, нет беда. Называется он «Вечно жить». Сейчас попробую. Попробую мне обосраться. Перелатанный узелок, иду походкой придурка, ватаю босиком для дезертиров военкомата и УЗИ в лоб. Хуйте в рот, я кропаю каракули до сих пор. Спальники и подъезды, площади и таверны, сами-то мы не местные, все в кредиты в аренду. Протягивайте руки на паперти, но пока я не протянул ноги, кладу их на скатерти. Yeah. На дорогах надо бороться, прописка бомжа, страховка канатоходца. Нас тошнит, когда ты рассуждаешь про хаслышит, нас мешит. Посмотри на меня, профи, расставчик. И раз так жил, то все с детства делал не так. В кармане ломанный грош, неразменный пятак. Видя вдалеке чужака, горожане в панике. Все свое с собой бродяга шагает налегке. Вечный жить, я умру в этих песнях, буду вечно жить. Помни об этом, если меня задеть решил. Ведь я вечный жить, я скитаюсь и не суждено прилечь тиши. Яу! Мне не ближе дети Якова. Я изгой везде, ненавижу всех одинаково. Национальность — это слишком человеческое. Нечего лечить не про отчизну и отечество. Мы проходимцы, таким надо родиться. Махинатор спекулирует номерами лица. Все карты мечены, ярмарки, балаганы. Тут карлики, великаны, бородатые женщины. Я еретик, мы такими не поле перейти. Трахну твою деву впереди, ходу в аперитив. На шикарный камзол потасканная заплата. Паспорт вынул послом хазарского каганата. Бастарды, пасынки, гастарбайтеры, мастаки. Воровать сука крастаки, как ты, где твой удар с ноги. Наперстки, скрипочки. Но если хочешь быть таким, как я, наверстывай просто протри очки. Вечный жить, я урону в этих песнях, буду вечно жить. Помни об этом, если меня задеть решил. Ведь я вечный жить, я скитаюсь с ними, суждено прилечь. Тише. Яу. Ну и тогда продолжим треком, который должен идти после этого. Let's fucking go. Разобьюсь муравейник, но здесь не Америка, пойдем в Андре. Машины, путь, 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 путь
моя девочка. Так,
ковры, если уйду города, в соседство убрав свои детства, но без свой мрот.
this poetry and I'm doing this shit for y'all. Yeah. Yeah. Flying up, flying up. Getting higher on my team, flying for the road. On a map with this track. Everybody watching closely, now we on the scope. Pointing nose, so it's raining. Swimming speed, slow and sweet, probably going fishing. Catch the hook, catch the hook, it's a better. Catch the hook, catch the hook, it's a better. Что это за персонаж стоит сегодня за диджейским пультом и только что исполнил вам две песенки. А если такие есть, пришлые и пока не осведомленные, я хочу представить свой вокально-инструментальный ансамбль, с которым мы гастролируем по городам и весям. Он состоит из... Охра!
он же, много кто, Джонни Рудбой, уже можно, да, все нормально, уже все, развеяли миф, все, заебись. Короче, да, прошу любить и жаловать, человек большого количества разнообразных талантов, человек эпохи Возрождения, и, конечно же, наш уже практически почетный соотечественник, Парчанский, диджей Парчанский. Это, конечно, не все люди в нашем вокально-инструментальном ансамбле, но основные сейчас стоят за сценой, переживают, и мы, я думаю, для них еще попозже пошумим. А пока что хватит пиздеть, Мирон Янович, пора читать рэп. Правильно? Следующий трек требует от меня примерно всего, поэтому концентрация называется «Переплетено». Все переплетено, море нитино, синий завинца не потянется клубок, этот мир веретено, совпадение ноль, не тепутили струной, это битвы тетивой, все переплетено, единый моток. Комок и несет свой платок. Перекати поле, гонит с неба ветерок. Все переплетено, но не предопределено. Это картина мира тех, кто вообще давно противится, как секта. И тут всего не единый архитектор. Все переплетено, не суждено, но помереть. И летиком ваша картина мира сетка. Полотно, текстильная салфетка. Будто работал от качиха или швейка. Но все переплетено, само сухое, черти с чем наискосок. Все переплетено, в руке сертификат, что я держу нос, только сердце никак мой. Город устает чинить за деспотами власть. Раз визит предстает причинно-следственная связь. И там все переплетено, везде сатирикон. Без действия закона, при содействии икону. Тези, если ты не коп, если ты не власть. Наш город не спасет, идет на действенная мать. И все переплетено, время и цикло. Смерти на тюрьмор, по стен чиновника дело оборот. Каждый в своем теле одинок, рабовладелец. Если лопнут город, слоемный Петров, знай. Голову не говорите гоп, берегите психов, чужаков, еретиков, и все телеки, террор, церкви, бордели, казино, картели, дедом над мэрией темно. Где все этой системе антипом, где жили с денег за дерьмо. Концерны делают патент, антидок здесь. И понимают целых категорий, и системы теологи. Все делят их совет директоров, но кабинеты, фавелы, притоны, горсовет, политтехнологи, кредиторы, синод. Все картина мира те, кто ваши давно противятся, как секта. Ведь он всего ректор. Все переплетено, но все ждено, но помереть. Еретико, ваша картина мира сетка. Полотно, текстильная салфетка. Буду работал от качерейка. Но все переплетено, само собой, черти с чем наискосок. Все переплетено. Есть сертификат, что выше держу нос. Только сердцем ты как люто хочется весны. Слепо на краю, осознанные сны. Флэшбэки, дежавю, тут много слоги черт. И даже астарот, все дальше будет скок. С островка на островок, шрама. Дальше остановок не видать по коронам. Не стоит вражей ко столом. Вот так мы живем, и так мы умрем. Утопим эту флот, собой став ее углем. Недобром этом городе работает бунтарем. Это круто ворот, природы черпинков, но я старел. Все переплетено, медрику утонавок, черно-белое кино. Оттенки и цвета, левиафаны, видимо. Это серый кардинал, у нас тут целый регион. Все переплетено. Зерок, зевую, стрелец и скорпион. Тебе цели в водолею близнецов. Тут нету эзотерики, сынок, но соседи идут войной. Если у населения сперма, токсикоз. Пусть не понимает целых категорий из наследных конспирологов. Мол, нас варит велик котелок. Но чья наркоимперия, по-твоему, по артериям города гонит эти контейнеры с отходами. Переработки дом этой подгоровой лутой. Продана за бугор, пока дома в лаборатории. Из ее же отхода путем обработки гонят народ. Тот самый наркотик, что называется гор. Я хочу с вами немножко пообщаться, ребятки, потому что я все время забываю, что наверху тоже куча народа. Если честно, отсюда видно вас не все время. Вот это другое дело. Я думаю, на самом деле еще очень сильный фактор страха
типа мозг пытается мой как бы выключить вас и делать вид, что на самом деле людей в зале гораздо меньше, поэтому как бы я просто периодически не замечаю балкон, но сейчас я смотрю на вас и вижу вас, и вас очень-очень-очень много. Ну чё, во-первых, спасибо за огоньки, потому что это... Ну, наверное, вы, как и я, видели там видосы всяких исполнителей, вот эти мобильники в зале, на YouTube, да, вы это смотрели? Я тоже видел это на YouTube, но поверьте мне, когда ты это видишь вживую, это совсем другое кино. И это, сука, магия. Ну чего, давайте читанем один трючок. Я думаю, что пора немножко расшевелиться нам. Трек 2012 года, который я написал, когда я был в максимальной жопе из всех возможных, и думал, что уже, ну, хорошо уже не будет. И в этот самый момент я написал такой крик души, снял на него примерно такой же крик души в фоне видео, выставил, и, сука, все началось. Трек называется «Песенка Гремлин». Я хочу, чтобы вы завывали с этой песни. Let's fucking go! Все возвращается. Год назад я сидел на скамейке в общественном парке, на углу в общественном парке. Думал, как не сами выйти бежкой в танке. Вверху и наверху, я себе все это накаркал. Теперь меня слушают хипстеры, арбагерла. Лицом из Лондона, где выставки фотопелла. Не понимая, что внутри скаки наболело. Не понимая, что внутри смолит карпогена. Шаполисы, недруги, журналисты, первые компромиссы. Лейблы на новолесты. Я лишний бог на новички, на вакханалии. У всех, кто повыше, воротники на крапали. Был самолет, самопал, кто-то не захотел. Самопал, мы в отель, вам подвал. Он чертов полох, вот я все не успел. Но подох, там где ты видишь успех. Я потом ощущаю себя стариком. Вот просыпаюсь со стояком. Мне спасет благодать стариком от сознания. Thanks.
Москва, 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 Москва. Так, ладно. Не будем это превращать в обоюдную похвалу. Лучше вместо этого еще читанем. Следующий трек мрачный. Но вы можете на нем поспать, если хотите. О, там кому-то плохо стало, помогите, пожалуйста. Сейчас, 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 сейчас. Йо, ловите воду. Воду ловите. И еще. Сейчас, технический перерыв 30 секунд. Не хватит, я боюсь, на 22 тысячи человек воды не хватит. Все, все живы, все окей, все, респектом. Ну что, ребятки, желаю, чтобы все были здоровы, никто не падал в обморок. Ну тут понятно, тут толчая спереди, вам-то хорошо там на трибунах. Ну что, давайте вернемся к Горгороду на один трачок. Короче, я в этот момент говорил, что можно поспать под этот трек, что называется «Колыбельная». Let's go! Thank you.
Сейчас я вам еще кину пару бутылочек. Но это будет хаотично. Боюсь, не попасть тем, кому это реально нужно. Короче, делитесь, ладно, потому что не будьте эгоистами, а делитесь с девушками. Если вы поймали девушки, делитесь с ребятами. Пиз, любовь, жвачка. Так. Ну что, у нас сейчас будет боевичок один, с которого тоже много чего началось. Сейчас попробуем его вывести. Посвящается этот трек части Лондона, в котором раньше мы жили. Собственно, Марку, который был на треке Фотоморгана, No Limit. Вам что-нибудь говорят с имена? Дэн Бро, Дамани, Чиф, Жанна Себастьян. Кто у нас еще? Кого я забыл? Я сейчас кучу народа забуду, потом на меня обидятся. Короче, Грин Парк, вы знаете, это наша лондонская тусовка. Пошумите для Грин Парка, пожалуйста. Ганс, Гоблин, куча людей. Я много кого забыл наверняка. Айванский. Короче, жили мы на юге и на востоке Лондона. И называли его Восточный Мордор. Let's go. Они это еще?
Все чаще слово «империя» слышно, когда идут разговоры. Ссоры и прения, бой за территорию, войны, ссоры и трения. Всюду как много пафоса, понта, крови и тления. Но у меня с латынью еще со школы не клеилось. Вроде как слово значило «власть», «берия», «тиберий», «марк Аврелий», кто-нибудь. Что такое империя? Молчание. Мертвым не до полемики, где? Сегодня Наполеон, он голос Шумера, тысячелетний рейв стоял всего-то мгновение. Я называю нечто иное словом империя, то, во что мечтатель и предприниматель верит, растит. И она растет из идеи, корень и стебель покрыт бетонной плитой, но цветок на волю из тени ползет. И сколько подобных историй, столько империй. Вот мы не стали турить, исследовать, в хоре пить, по шаблонам напротив хотели нос утереть, по проторенным тропам на всем готовом, легко, но империй не возвести, история не заметит, мы self-made. Вот от чего они нам сулят. Важна не империя, важно то, что она с нуля, по принципу DIY, ведь не было ни черта. Мой стартовый капитал, это те, с кем я начинал. Не каждый строит империю, важно строить империю, но свою, иначе за вас построит империю. Кто? Чужая власть или местный князь? И по мере того, как эти стратеги на сна кунгали берию на сферы влияния делят ловко, уверенно, плюй! И начинай свою собственную империю. Бля, получилось немножко многовато пафоса, да? Надо срочно рассказать неприличный анекдот какой-нибудь, мне кажется, чтобы разрядить атмосферу. Или спеть. Вы не ослышались? Спеть. Но я петь не умею. Ну, то есть я очень хуево пою, это чистая правда. Поэтому за меня будете петь вы. Я вам почитаю, а вы мне споете на припеве. Трек называется «Хитиновый покров».